сделано в ветке. Добрый день, в эфире наша историческая программа, традиционная, которая выходит по пятницам именно в это время, в начале второго. Меня зовут Владимир Сметанин. Приближается июль, и в самом его начале будут отмечать профессиональный свой праздник сотрудники ГИБДД. Именно об этом я хотел еще поговорить в прошлом году, тоже в исторической программе, но вот как-то не сошлось, звезды не сошлись, но в этом-то году я об этом обязательно помнил. И, собственно, сегодняшняя программа будет посвящена как раз-таки истории госавтоинспекции в нашем регионе. Я приветствую наших гостей. Ну, во-первых, это Михаил Меньшиков, председатель Совета ветеранов ГИБДД Кировской области. Михаил Иванович, добрый день. Здравствуйте. Можно ли сразу же пояснить, в каком звании вы ушли в отставку? Я ушел в отставку в звании майор. Майор. Вот просто я вижу Марию Ишуляеву, которая рядом сидит, у нее тоже майорские погоны, замначальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Мария, добрый день. Добрый день. Майор полиции. С наступающим вас праздником. Спасибо большое. Спасибо. Да, сразу же вопрос, как традиция, как празднование. Ну, я знаю, что сотрудники госавтоинспекции в этот день в парадной форме, да? Да, безусловно. Да, безусловно, все сотрудники госавтоинспекции в этот день будут в белых рубашках. Но, несмотря на праздник, у нас все равно рабочие будни, так скажем, и все инспекторы, которые должны находиться на службе, все сотрудники госавтоинспекции будут нести службу. Mm-hmm. Безусловно, будет торжественное построение, награждение лучших сотрудников, поздравления от руководства, как управления ГИБДД, так и УМВД по Кировской области. Ну а далее каждый на свой рабочий пост. На присвоение званий новых. Обычно, если у кого-то, да, подходит, то в обязательном порядке, mm-hmm, да, вручаются, mm-hmm, и погоны. Mm-hmm. Напомню, что 81 год в этом году исполняется госавтоинспекции. Все началось в 1936, когда 3 июля Совнарком СССР утвердил своим постановлением положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Вот так все это называлось. Интересно. Михаил Иванович, ну давайте устремимся, собственно, по волнам памяти, что называется, пройдемся. Вы когда пришли служить? Я пришел служить в госавтоинспекцию в 1971 году. Угу. И вот по сегодняшней... И в общей сложности сколько вот получается? По сегодняшний день уже 46 лет. 46 лет? Я хожу в эту службу. То есть, подождите, вы продолжаете служить? Я не служу, я как председатель Совета ветеранов. Да. Угу. То есть, все равно я, угу, общаюсь со всеми службами, угу, и продолжаю эту работу как бы только в другом немножко варианте. Угу. Вот столько лет я хожу. Ясно. Но мы к истокам-то все-таки обратимся сегодня, да? Что да, происходило в 1936 году. Очень интересно это читать. Материалы есть, конечно, в интернете. Вот такие четкие стояли, да, задачи перед ГАИ. Борьба с авариями и хищническим использованием автотранспорта. Разработка технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта. Наблюдение за подготовкой и воспитанием шоферских кадров. Количественный и качественный учет автопарка. Вот. Основные задачи, и источники говорят, что на первых порах всего лишь 12 человек автоинспекторов было на всю область. Ну, вернее, тогда на Кировский край еще. Да, 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 в то время как давайте раз... пройдемся вот по тем событиям, да. Кировский край у нас ходил еще и Республика Удмуртия, да, как да, мы говорили, и вообще на территории Кировского края в то время было 104 транспортных средства, mm-hmm, всего. Mm-hmm. Вот, ну и если сравнивать с современным... А в настоящее время, вы же знаете. А в настоящее как... время 489 тысяч единиц транспортных средств. Это по средств. Всей области. Да, по всей, да, области. Да, да. Ну и необходимо сказать, что каждый год количество транспорта у нас увеличивается, и вот за последние 10 лет количество транспорта у нас возросло на четверть. Ну, естественно, и дальше тоже будет увеличиться. Угу. Но я хочу сказать, что как и в прошлом, так и в настоящем, самая главная задача, которая стоит перед госавтоинспекцией, это обеспечение безопасности дорожного движения. Угу. Ну, а про прошлое, наверное, Михаил Иванович еще добавит что-то. Михаил Иванович, что вам известно о тех временах, когда вы еще не служили, собственно, в ГАИ? Ну, даже, может, лучше сказать, когда я начал служить. Угу. То есть это уже все в памяти. Угу. Она осталась, когда я начал служить. Нас было на подожди, город... давайте начнем с того, что вас вообще сподвигло. Как мотивация, как, ну, это принято говорить. Ну, как я попал, да, в милицию? Да. Ну, я работал на заводе «Авитек», угу, в свое время. И тогда, ну, не комплектовалась милиция, как раз создавался дивизион в ГАИ. Я был комсоргом цеха, одним из лучших тогда. А за плечами наверняка уже служба в армии была? Нет, еще. Нет, не было еще. Сколько вам лет было? Нет, поступил-то я уже после армии. После армии. Совершенно, угу, верно. Угу. Но когда я еще работал в цехе, ну, как бы говорят в то время, как в передовиках, по комсомольской работе, ну, и когда был бросен клич «надо кому-то в милицию», угу, ну... В принципе, в милицию или в госавтоинспекцию? Было в принципе в милицию. Принципе. Угу. Но я оказался здесь случайно, когда
Проходил мимо ГАИ, тогда еще стояла, была аварийная площадка аварийных машин. А где находилась? Там же, где здесь сейчас, на Преображенской, да? Прохожу мимо, меня увидел подполковник Веркин, бывший начальник ГАИ, увидел, говорит, парень, что ты тут ходишь? Ну, я говорю, так, присматриваю, это все, к нам на работу. Ну, пойдем, я, да? Да, я уже женат был, семья была, все. Я говорю, конечно, да. Прихожу домой жене, говорю. Устроился на работу в милицию. Что, в этот же день сразу же? А сразу все делали. Без документов или он, у вас с собой документы? У меня с собой документы, да. Он меня в машину, сразу в УВД написал заявление, на другой день выходишь на работу. Мы даже не проходили первоначальной подготовки. Месяц я был при дежурной части, так присматривался к тому другому. И так начал работать. Интересно, вот хочется, чтобы с современностью параллель провести, а как сейчас? Ну, сейчас, время, конечно, сотрудники? Более сложный подход идет. То есть, прежде чем стать сотрудником госавтоинспекции, необходимо иметь образование определенное. Вот, ну и, естественно, пройти психологическое тестирование и в обязательном порядке проверять здоровье. То есть, примерно недели две, от двух недель до месяца проверяет. Естественно, проверяет вашу биографию. Вот, и сотрудники госавтоинспекции должны быть очень выносливыми людьми. И в плане здоровья закалены быть должны. Вот. Ну и, естественно, биография должна быть чиста, кристально чистой. Поэтому на проверки уходит достаточное время, только после всех этих проверок уже принимают в ряды госавтоинспекции. Ну, так, намного сложнее, конечно. Итак, да, Михаил Иванович, попали работать. Попали работать. Да. Месяц при дежурной части присматривался. Через месяц приказ присвоили звание младшего сержанта. Армейская, которая была. И на дорогу. Сразу же на дорогу? Да. А, обучение какое-то? Обучения никого не было. У нас был командир взвода и командир дивизиона, который обучал прямо утром на разводе. Ставил задачи. И мы ведь все были пешие. Раньше транспорта не было. Вот с Энгельсов. Жезлом по осевой выходишь, доходишь до старого моста, полдня прошло. За это время ты увидел всех нарушителей, обратно вернулся, закончился рабочий день. То есть ты увидел нарушителей и, собственно, остановил, да. Составил, собственно, раньше ведь документ, водители, если сделал отмашку, они ведь не убегали, как сейчас, и не пытались убегать. Они нас знали, мы их знали. Если я его сегодня, он что-то как-то от меня ушел, и он завтра ко мне же приедет. Тут надо учесть, что личного-то транспорта было очень немного, да? Ну, не единицы было. Да, в основном по работе ездили, по одному и тому же маршруту, и вы практически каждый день видели этих водителей. Знали все. Да, всех знали. Если работаешь во вторую смену, даже не с кем работать, просто машин нет. Одни скорые и такси. То есть машин было мало. Машин было очень мало. Да. А когда все-таки появились у вас, транспорт появился, это гораздо позже произошло? Это все произошло позднее, но я на дороге отработал. 4 года, наверное, 3 или 4 года меня перевели в дежурную часть. Помощником дежурного я работал. Уже с выездами на дорожные происшествия. Ну, по всем заявкам. То есть, ведь центр информации – это дежурная часть. И вот оттуда все начиналось. И после этого я уже потом перешел. Перевели. Меня все переводили. Я никуда сам не переходил. То есть, сами желания не изъявляли нет, куда-то перевестись? Нет. Вот как раз перевели меня в пропаганду, в которой я работал тоже более 5 лет. И так вот вся служба продолжалась, она изменялась, и все эти изменения видны мне сегодня. То есть мне есть с чем сравнить, что было и как есть. Давайте сейчас поподробнее расскажем все-таки, да, вот о отделе пропаганды, что, как она зарождалась. И вы до начала программы сказали, что еще до 1936 года, собственно, еще предпосылки-то были. Да, удивительно. Ну, говорить о том, что вот ГАИ вот раз и возникла в 1936 году, мы не можем, потому что до этого у нас были отряды регулирования уличного движения, отряды ОРУД. Они уже существовали и входили в состав милиции общественной. А в 1936 году была создана непосредственно сама служба госавтоинспекции. Однако служба пропаганды была создана в 1932 году, потому что и государству, и обществу уже требовалось, ну, такая служба требовалась, то есть людей нужно было агитировать, людей нужно было обучать правилам дорожного движения, с водителями необходимо было работать, и уже в то время пропаганда безопасности дорожного движения велась, и поэтому в этом году, 25 мая, мы уже отмечали 85 лет пропаганды безопасности дорожного движения. Там какие основные цели закладываются, не знаю, методика работы?
основные цели были такие же, как и сейчас. То есть это работа с общественностью, работа с людьми, работа направлена на то, чтобы не было нарушений правил дорожного движения, соответственно, не было бы дорожно-транспортных происшествий. Mm-hmm. Несмотря на то, что транспорта было достаточно мало в прошлом, аварии все равно случались. Как в нашей области, так и на территории всей Российской Федерации. Mm-hmm. Конечно, методы работы меняются. Если вы помните, что в начале прошлого века телевидения не было, радио было достаточно мало. В основном использовались агитационные автомобили, какие-то баннеры и плакаты, вот, которые размещались на улицах. Ну и сами инспекторы, которые стояли на улице, так же вот как Михаил Иванович, например, угу. они, безусловно, вели агитационную работу. Михаил Иванович, как вы агитировали? Как вы советовали, рекомендовали? При общении с гражданами угу. мы вели разговоры, как переходить дорогу. Говорили об этом с ребятишками, которые бегают через uh-huh. дорогу, uh-huh. к сожалению, по сей день. Uh-huh. Ну, иногда мы выходили с громкоговорящей установкой ручной, применяли ее. Uh-huh. А какие слова непосредственно? Мы говорили: граждане пешеходы, переходите правильно проезжую часть дороги. Uh-huh. А если работаем в городе, у перекрестка, то не переходите дорогу на красный сигнал светофора. И так далее. Детишкам говорили, не выбегайте из застоящего транспорта, не катайтесь с горок зимой, uh-huh. которые склон выходят на проезжую часть. Uh-huh. Ну, применяли все методы, которые ну, могли, знали, и как нас наставляли наши командиры. То есть использовали все. Ну, так или формы. Иначе нарушители были? Конечно, безусловно. Это жизнь. Uh-huh. Как вы с ними поступали? Вот нарушитель. Вот вы увидели человека, который перешел дорогу. Мы раньше месте. Работали жестче и конкретнее. Это как? То есть сам процесс выявления, задержания, оформления был намного проще, чем сейчас. Сейчас, чтобы нарушителей оформить, там масса всяких надо процессуальных моментов. Действий, угу. да, чтобы это все было зафиксировано. А мы делали так. Увидел, совершил нарушение, протокольщик, там 5 слов. Дата, марка, номер машины, фамилия, имя, отчество, uh-huh. все. Нарушил то-то, протокол готов. Uh-huh. Выносишь постановление, штраф мы сами выносили прямо на месте. Uh-huh. Постановление было фамилия, имя, отчество, сумма штрафа, его подпись моя, uh-huh. все свободен. Но сейчас так же ведь происходит, да? Нет. Нет, сейчас намного сложнее. Инспектор сразу же постановление составляет. Сразу, он, да, протоколы составляются, да. сразу постановление составляется, согласны, не согласны. Есть ряд нарушений, которые обязательно фиксируются uh-huh. камерами видеонаблюдения, то есть имеется в виду теми, которые находятся или у инспектора, или ну, фото-видеофиксация, uh-huh. как мы с вами уже говорили. Есть ряд нарушений, которые наказания, по которым выносят судьи или какие-то другие должностные uh-huh. лица. То есть процесс, естественно, ну, намного сложнее стал. Uh-huh. Вот, ну, например, раньше пьяных водителей проще тоже оформляли, конечно. Да? Так, давайте расскажите про пьяных водителей. Вот вы учуяли запах, да, что называется? Учуял запах. У нас были с собой трубки Шенгаренко-Мохова. Так, что это такое? Вот такая трубочка применялась. Uh-huh. Это медицинские индикаторы. Uh-huh. Обламываются с двух сторон. Uh-huh. Кончики вот этой трубочки. Водитель продувает, если там реагент позеленел, все пьяный. Значит, пары алкоголя присутствует. Да. И все, составляешь протокол, не надо ничего больше делать. Он пишет, да, все. Согласен, виноват. Не надо, мы не могли на экспертизу его не вести. Вот этого было достаточно. Еще раз напомним, это мы сейчас о каких годах говорим? 70-е? 70-е. Это 70-е годы, да, город Киров. 70-е годы. Пытались как-то вот, ну вот не надо, товарищ инспектор, я исправлюсь, не наказывайте, пожалуйста. Были такие случаи? Ну, эти случаи были и тогда, они есть сейчас. Есть, конечно. Но как-то, если по-честному говорить, а в службе, то мы были непреклонны. Угу. То есть жестко, раз уж нарушил, да, должен понести было, соответствующее наказание. Не было и мысли там как-то тоже сглаживать, там что-то делать. Факт совершился, угу. получай. Угу. А уж какие принять меры, это другой разговор. Угу. То есть можно было лишить раньше. Можно да, было... какое, кстати, наказание предусматривалось за тоже нетрезвую езду? Либо штраф, либо лишение. Штраф сколько сумма? Ну, раньше был штраф, вот я точно... Ну, сейчас 30 не... тысяч, да, ну, при первом нарушении? 30 рублей. 30 рублей? Да. Но это серьезные деньги. Штраф? Да. Или лишение права угу. управления транспортным средством. До 2 лет. До 2 лет, ну, как и сейчас, собственно, да. Но сейчас одновременно применяется сейчас и то, и другое. Угу. Да, да, то есть и лишается, и штраф вносится угу. тоже. Угу. Раньше можно было, если ну, водитель очень положительный, собирал характеристики с места работы, ну, там, может быть, какие-то обстоятельства семейные были даже у участников, допустим, угу. то можно было применить меру общественного воздействия. То есть не лишали и не штрафовали. А что за меры общественного воздействия? Предупредить. Предупредить просто.
Но это все с официальным оформлением все-таки. Конечно, вот предупреждение, не просто на словах предупреждение. Что разобрать его в коллективе, его там разбирают, там слушают, приносят приказ, что они его наказали. Угу. На работе, допустим. Угу. Вот такие меры применялись. Угу. А что за обмундирование у вас было, форма, вот как вы выглядели в те самые 70-е? Это, конечно, можно все найти в интернете, но лучше уж послушать. Ну, в те самые 70-е мы ходили серая шинель. В холодное время года. Пальто. Ну, в холодное время года нам давали шубы. Шубы? Длинные, большие, борчатки назывались шубы. Из чего? Овчина? Из овчины. Овчина. Из овчины, не очень теплые. На ногах? Шубинки, на ногах валенки. Валенки. Мы ходили в валенках. Но когда работали, вот я был госавтоинспектором, работали по организациям, то еще и с калошами. Потому что чтобы не промочить ноги. В гаражах всегда грязь. Поэтому обмундирование было очень много давали. Было все, начиная от нижнего белья и до головного убора. Это все, давали предоставляло штатно. Государство? Да. Ага. Шубные рукавицы, на мотоциклах краги, это все теплое. Угу. Вы успели на мотоцикле-то патрульном поработать? Обязательно. Когда он появился у вас? Я, наверное, сел на мотоцикл в 75-м году. Это сколько вы уже пешком-то отходили на службе, получается? Ну, вот года три я ходил пешком. Года три ходили пешком. Тогда пришли Уралы первые, и нам, когда дали мотоциклы, мы уже были, как говорят, на коне. Угу. Ну, соответствующая раскраска, желтый, синий, вот. Все как положено. ГАИ надпись. Да. Угу. Иначе нам ставить рации, мы же были без связи. А тут стали уже рацию поставят на мотоцикл, хотя она за угол дома заедешь, она уже не берет. Она присутствует. Но главное есть. Да. Вот светофоры ездил, выключал по городу, все на мотоцикле. О, давайте отдельно поговорим. Светофоры были у нас все-таки с ручным управлением. Автоматики не было, да? А когда вообще первые светофоры у нас стали появляться в городе, Мария? В 1950-х годах. 50-х, то есть после войны уже. После войны, и тогда, когда внесли впервые вот этот проект в 1950 году, это вообще казалось какой-то фантастикой. Ну, не может такого быть. И делалось это все по аналогии с городом Санкт-Петербургом, и тогда Ленинградом. И первые светофоры действительно у нас были ручные. Кстати, и правила дорожного движения тоже в Петербурге впервые были разработаны? Нет, не скажу. До 60-х годов у нас правила дорожного движения существовали свои в каждом регионе. Нет, я имею в виду, в Российской империи еще до революции, я имею в виду. А, ну, может быть. Это же на рубеже 19-го, 20-го века. Петр I, Екатерина II, то есть здесь мы можем говорить о том, что они издавали самые первые указы о том, как нужно вести себя на дороге. То есть извозчикам пропускать коляски определенного вида и так далее. Это еще в те времена были. А если говорить о прошлом веке, то у нас вот в городе Кирове светофоры уже не ручного регулирования возникли в 1955 году. То есть их становление, так скажем, и выход на улицы города произошел достаточно быстро. Несмотря на то, что сначала это казалось фантастикой. Ну и первые светофоры у нас были установлены на таких магистральных улицах, как Октябрьский проспект, улица Ленина и улица Карла Маркса. Выключали, ездили, говорите, Михаил Иванович, светофоры? Ну, в те времена... Выключали в смысле на ночь? В 70-х годах светофоры на ночь выключали, утром снова ехали, их включали. И вот такой светофор, он не автоматического режима был, а барабанного типа, стоял на Карла Маркса и Красноармейская. Красноармейская, Карла Маркса. Да, светофор висел над центром перекрестка. Сейчас там светофора нет. Нет. Да. А пульт управления висел на доме. И вот он день работает, в зимний период, этот пульт нагревается, соответственно, и за ночь остывает, и все это замерзает в нем. Как утром, отогревали? Утром, когда включаешь светофор, он сначала вот в одном направлении горит, красный там минут 5, потому что он барабан не крутится. Ага. Где-то ему подможешь ключом провернуть, потом он начинает уже работать в режиме как надо. Вот такой был светофор. Это при каком морозе? Он так начинал. Он после 15 уже прихватывал его. Ну, видимо, ученые как-то работали в том направлении, чтобы усовершенствовать, да? Безусловно. Дальше уже... Там был обыкновенный барабан, он крутился, крутится, и за счет этого идет переключение сигнала светофора. А, простите, зимой тоже на мотоцикле объезжали, да? Только на мотоцикле. Только на мотоцикле. У нас не было машин. Но сейчас мы, конечно, на мотоциклах зимой не ездим. Ну, да. У нас, допустим, у нас сейчас в госавтоинспекции тоже имеются мотопатрули, но они выезжают уже, когда наступает теплая погода. Сегодня, кстати, красавцы видел. Да, вот когда теплая погода, когда нету дождей, ну, таких проливных, так скажем, то они, естественно, у нас уже несут службу. А в настоящее время у нас, естественно, на вооружении госавтоинспекции находятся патрульные автомобили. Всего в области их 235. Они выходят ежедневно на службу.
дорожной службы, не все 235, но примерно от 80 до 100 нарядов дорожно-патрульной службы выходят ежедневно у нас. Естественно, что автомобили оснащены самой современной техникой. Mm-hmm. Это и видеорегистраторы, которые направлены и внутрь салона, и снаружи салона, чтобы фиксировать ситуацию. Это громкоговорящие устройства, mm-hmm. это радиостанции, это мобильные доступы ко всем базам госавтоинспекции, лазерные измерители, алкотестеры mm-hmm. и так далее. То есть все то, что необходимо инспектору для контроля за участниками дорожного движения. Угу. Михаил Иванович, вот как вы оцениваете вот такой прогресс технический, которым пользуются уже современные госавтоинспекторы? Ну, Вам это нравится? Я сегодня радуюсь тому, что имеет госавтоинспекция на вооружении так, как мы работали. У нас был жил свисток и карандаш. Угу. Все. И карандаш, причем привязанный. Подождите, а табельное? Оружия не было. Не было? Не было. Не было табельного? Из оружия у нас был только у дежурного не пистолет, а револьвер барабанного типа. Ага. Шестью патронами. Все. У дежурного, который на месте сидел. Который на месте. Ага. Вот он передавался при смене дежурства, а больше оружия не было. Угу. И ведь бывало, когда ночью совершится два происшествия, в течение ночи мы двое в ГАИ. Дежурный помощник. Два дежурите на весь город? На весь город, угу. Двое. Если совершилось происшествие, дежурный выехал на оформление. Вот идет сигнал второй, снова происшествие. Тогда я ГАИ закрываю через окно. Ухожу на улицу, в УВД докладываю, mm-hmm. что нас нет. Я поехал на второе происшествие. А если третий, не дай бог? Ну, нас не найти просто. Uh-huh. Мы без связи. Uh-huh. А расскажите, пожалуйста, какого рода вот ДТП, дорожные происшествия на вашей памяти остались вот именно в те 70-е? Ну, дорожные. Причины ДТП всех, в то время. Всех, наверное, не пересказать. Ну, вот то, что запомнилось. Я пересмотрел очень много. Uh-huh. И переносил в том числе самых тяжелых, да, ДТП? И переносил трупов на плечи uh-huh. очень много. Uh-huh. Ну, это, увы, неотъемлемая часть и работы. И перевозил конечно. Их на коляске, на мотоциклетной. Uh-huh. Здесь же тогда их возили в морг, который на Московской был. Uh-huh. Вы, наверное, его и не знаете. Не вот, припомню, где да. Где сейчас прачечная, вот, uh-huh. которую пытается все ремонтировать. Uh-huh. Вот. Но одно из происшествий, даже два, которые запомнились очень здорово, это когда шел рейсовый автобус с аэропорта, подъезжая к городу, у него на разрыв лопнуло правое переднее колесо, и он врезался в световой столб. А там ехал или с Литвы, или с Латвии, сейчас точно не помню, гражданин сюда к нам приехал за машиной, при нем была масса денег. За машиной покупать у нас здесь да, машину? Да, да, да. Подождите, вроде машин-то в свободной продаже уж так не было. Ну, вот так было. Здесь покупали. И он договорился каким-то образом? Здесь покупали, потом продавали. Угу. Такой типа бизнеса в то время он был, присутствовал. И когда мы приехали на происшествие, автобус, естественно, разворочен, есть человек, а головы нет. Боже мой. Ему голову оторвало, и уже со следователем нашли ее в кювете, там, за несколько метров от места, где... Настолько серьезный был удар, да, что... Да, такой удар. И второе происшествие мне очень запомнилось, когда мы ночью работали по нему. Это было 7 марта, вот на день 8 марта. Накануне праздника женского. Мужчина шел домой, видимо, там, ну, поддали где-то, так надо полагать. И он шел по... Выходил на улицу Щерса с поселка Мирного. А там дорога тогда не разгребалась, была страшная колея. Ехал за рулем пьяный на Урале. Ага. Это Урал уже... мотоцикл или машина? Машина Урал. Большая, серьезно. Большая. И сбил этого пешехода и протащил под передние балки. Он его растащил всего вот на протяжении, наверное, там 300-400 метров. Угу. И так он, видимо, заснул. Угу. И так машина пока не заглохла, он всю эту колею прошел, переехал улицу Щерса и ушел туда в лес, пока не столкнулся с деревом. Машина там заглохла, вот только тогда она остановилась. А, вот безумный случай. Как этого мужчину мы собирали по дороге вот так. Ну что-то от него собирали. Вот такие происшествия были серьезные. Еще происшествие, которое можно, наверное, вы слыхали, это было вот поворот у нас за рекой. Когда погибли священники. А, известная история. Слыхали. Да. Да, 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 да. Вот тоже происшествие такое было серьезно. Эту машину, которую там разбили, я ее возил на нашем агитационном автобусе, прицепляла с площадкой, возил по городу. И у меня было записано на магнитофоне, как это происходило. То есть вот велась
пропагандистская работа по этим происшествиям. В настоящее время, Мария, пропаганда, она вот часто использует такие трагедии все-таки уже? Я знаю, что стационарного поста, да, бывшего на Советском тракте, там установлен раскореженный автомобиль. Да, мы можем сказать, что в принципе такие вот автомобили, которые разбиты на трассах, они привлекают к себе внимание водителей, но надолго внимания их не хватает. То есть человек проехал, увидел, притормозил какое-то время, то есть у него ассоциативный ряд возник в голове, что надо сбавить скорость и так далее, но проходит буквально 2 часа, и водитель забывает. Хотя и этих 2 часов бывает достаточно иногда, чтобы попасть в какое-то тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Поэтому все способы пропаганды, все способы воздействия на сознание людей, безусловно, хороши. Ну, естественно, кроме запрещенных, которые мы не можем уже использовать и так далее. И разрабатываются специальные видеоролики, есть специальные программы. И, естественно, работа со взрослыми, с детьми отличается. У детей более мягко, больше позитива, какие-то игровые формы. На взрослых, на родителей мы стараемся воздействовать именно эмоционально, показывать, что может случиться в результате их халатности или безалаберности и невнимательного отношения к правилам дорожного движения и к своим детям. То есть пропаганда сейчас, она тоже изменилась. Даже вот за те 10 лет, которые я работаю в пропаганде, изменения произошли очень большие. Сейчас мы более активно работаем с интернетом, более активно работаем с радио. Группы в социальных сетях у вас да, есть, обязательно. Да? Социальные сети тоже стараемся подхватывать. Ну и индивидуальную работу, то есть человек-человек, глядя в глаза, тоже никто не исключал, она тоже продолжается. Михаил Иванович, а вот в то время, несколько десятилетий назад, основными причинами ДТП что было? Ну, сейчас вот у нас, как известно, это превышение скорости. Основные причины были это пьянство за рулем. Пьянство за рулем? Пьянство за рулем. Номер один причина? Да. Из-за этого? Потом идет скорость. Скорость. Потом маневрирование. Потом наезды на пешеходов. Ага. Вот примерно так. Ну, пьянство как? Вот мы, как бы, сегодня нам трудно представить, если взять сельскую местность, то трудно представить трезвого тракториста или водителя в деревне. Да почему трудно? В те времена. А, в те времена? Да. Если там машина, водитель, он же там свой человек, без него как? Дрова привезти... Это привезти, это отвезти. А расчет-то был какой? Да, расплата в виде, да. Брашка, понятно, водка. Понятно, чего, да. Поэтому это было норма. В сельской местности, вы говорите. Да, больше, да. Ну и для города тоже. Ну, для города это не исключение. Да. Насколько часто пьяные за рулем попадались? Вот? Ежедневно. Ежедневно? Это всегда было по жизни. А одни и те же, например? Нет. Нет? Все разные люди? Одни и те же. В основном. Их немного таких. Они тоже есть. И сегодня они есть. Попадаются одни и те же. Но их карают сегодня очень сильно. Ну, уголовная ответственность. Ну, а раньше было так. Вот взять вот подсобное хозяйство у нас было, Авито, где парк тракторов, здесь же были свои поля, свой скот. Они это все обрабатывали, кормили, поели и так далее. Вот задержал тракториста. Директор бежит утром сам, потому что заберешь его, все встанет, ферма стоит. Ну вот приходится там и руководство выкручиваться, как-то меры-то принимать надо, чтобы все жили, чтобы всем было хорошо. Поэтому пьянка была всегда. И это плохо, кстати. Что делать? Ну, сейчас, мне такова кажется, жизнь. Это меньше уже происходит, намного меньше. И водители стали более дисциплинированы. Хотя все равно в любом случае пьяный за рулем не такая большая редкость и в нашем городе, и в нашем регионе. Сколько ежедневно по областному центру вот, в нетрезвом? Ну, примерно от 3 до 5 водителей. От 3 до 5. Да. Но я хочу сказать, что на протяжении уже, ну, допустим, если взять последних 3 лет, в городе Кирове количество пьяных аварий снижается. Ну и на территории всей области. По вине пьяного водителя? Да, по вине пьяного водителей. Вот если взять даже показатели, например, погибшие по вине пьяных водителей, то в 2014 году их было 10, по итогам вот первого полугодия 2017 года 1 погибший по вине пьяных водителей. То есть неуклонно, но снижается. Пусть, может быть, не такими быстрыми темпами, как бы хотелось, но все равно результаты работы есть. И люди становятся более дисциплинированы. Хотя, опять же, уголовная ответственность, которая предусмотрена у нас тоже ежемесячно, мы смотрим вот эти списки водителей, которые повторно нарушили, размещаем их в средствах массовой информации, и все равно они есть. Профессиональному празднику сотрудников ГИБДД посвящается. Профессиональный праздник будет 3 июля. Сегодня говорим об истории госавтоинспекции в нашем городе, в нашем регионе. Небольшая реклама у нас и продолжим. Сделано в Ветке.
Что представляла собой госавтоинспекция много лет назад? У нас в студии Михаил Меньшиков, председатель Совета ветеранов ГИБДД Кировской области, и Мария Шелеева, заместитель начальника отдела управления ГИБДД по нашему региону. Михаил Иванович, насколько серьезно правила дорожного движения в то время отличались? Или примерно все то же самое? Вот можете сказать, то, вот, что сейчас есть, этого далеко не было. После 70-х годов, 40 лет назад, правила изменились очень здорово. Да. Очень здорово, очень много внесено разных изменений. Информационных знаков добавилось очень много, и других знаков со всех систем. Правила просто стали очень даже сложно, я бы так сказал, по тем временам. Если вспомнить, когда у меня есть в музее правила там 50-х годов и прочих, там было уже 19 дорожных знаков. Всего-то? Да, они все вот на одной страничке помещались. А сегодня я даже назвать не могу вообще количество этих знаков. То есть правила стали более объемные, будем так говорить. И знаний надо уже водителям иметь больше, чем в те времена, чтобы ориентироваться и в дорожной ситуации. Но, естественно, изменился и поток транспорта. Поэтому, может быть, в связи с этими изменялись они. А сколько в те времена нужно было потратить времени, чтобы выучиться на права? Ну, я, допустим, учился... Но вы все равно знаете, да, эту информацию. Я учился от военкомата, по линии военкомата. То мы учились полгода. Полгода, Тяжело было сдать на права? Как это вообще проходило? Сдать на права было, если занимался, очень просто. Очень просто. Очень просто. Таких требований не было жестких, как все, не было никакой фигурки, там ничего не было. Просто было трогание с места, вот, движешься там какое-то расстояние, пока тебе не, команду не дадут, разворачиваешься, встал на место. Сдал или не сдал. Ну, вот сейчас Мария в перерыве упомянула, что именно в нашем городе появился впервые электронная машина, да, для того, чтобы принимать экзамены. Расскажите поподробнее. Вятка-автомат. Нет, Вятка-20. Вятка-20. Вятка-20, да, это другое. Это как раз в 70-е годы научно-исследовательский центр, который находился в городе Киров, вместе с госавтоинспекцией Кировской области начали разработку такого аппарата, так скажем, прадедушки компьютера, на котором могли бы сдавать правила дорожного движения одновременно 20 человек. Разработки велись, и далее это все было представлено руководству Советского Союза. Другие разработки были предоставлены еще из нескольких регионов Советского Союза, но наш Вятка-20, этот аппарат, аппаратный комплекс, был признан лучшим. И начиная с 70-х годов, практически до конца прошлого века, весь Советский Союз сдавал экзамены по правилам дорожного движения по нашему аппарату Вятка-20. Ну вот, отличился наш город, да, в этом отношении. Такой аппарат у меня находится в музее. В музее на Преображенской 84. Любой желающий, кстати, в музей сейчас может попасть? Да, любой желающий. Любой желающий может посетить музей госавтоинспекции Кировской области. Единственное, что нужно предварительно нам позвонить. И чаще всего мы, конечно, принимаем групповые заявки. Вот экскурсии проводит как сам Михаил Иванович, так и сотрудники госавтоинспекции. Про техническое оснащение еще ваше, Михаил Иванович, хочется поговорить. Вот что появлялось, новинки какие технические с течением лет? Ну, вот, вы сказали о том, что у вас был жезл, изначально карандаш. Жезл, свисток и карандаш. И свисток, все. А что когда дальше время было? Шло, что-то внедрялось, что-то менялось. Вот, когда пришла нам лампа фара, как мы ее называем, она тоже в музее есть, кстати, ее можно посмотреть. Опишите, это действительно лампа? Это лампа с лучом направленным, которая устанавливалась на боковом стекле автомобиля, подключалась к питанию, и направлялся луч на движущийся транспорт. И если идет транспорт с превышением скорости на приборе, сразу стрелка показывает, с какой скоростью он движется. Если с превышением, там устанавливаешь какой режим, 60, 80, 90 скорость, как разрешенная. Если он превышает, загорается красная лампа, она прямо моргает, и стрелка фиксирует. Ух ты! А на каком принципе основано работает? Вот этот луч идет. Ну, как эхолот, что ли? Да, луч идет. Мне кажется, замеряет расстояние замеряет и скорость, которая идет. Он обратно возвращает на прибор. А, понял. И показывает. Время?
и расстояние. А самое первое, когда мы начинали работать по скорости... Подождите, а как потом водителю-то показать это? Что? Смотри, ты превысил. А ему не показывали, ему просто говорили, вот скорость такая-то. Не было вопросов. Ох, сейчас бы, да. А сейчас... Да, мне докажи, да ты мне покажи. Да. А первую скорость мы определяли, либо едешь за ним по спидометру, либо секундомером. Работали мы вдвоем. Вот стоит инспектор, допустим, в одной точке, второй в другой. Допустим, 100 метров между нами расстояние. Вот он мне секундомер отключает, отмашку дает, включает секундомер. Я на той стороне. Все, до меня водитель доезжает, я смотрю, сколько секунд прошло там, или минута. Все, отмашку я даю, он смотрит, проехал 40 секунд, должен был ехать, допустим, минуту. Все, превышение скорости. Превышение скорости. Вот так измеряли. Ну, тут и известная формула, да, там, путь, время, скорость, да. Ничего себе, и много было таких нарушающих скоростной режим? Ну, секундомером работали немного, потому что это очень неудобно. И ведь сил-то не было. Это сейчас побольше инспекторов. Сил в смысле кадров. Кадров. Нас же было мало. Сотрудников. А когда появилась лампа фара, уже стоишь на трассе, где-то угодно стоишь, она уже весь поток просматривает. Ну как поток? По сравнению с современностью-то. Ну да. Ну так. Ну, одна свой машинка, поток был. Две машины. Поработали немного, потом быстро появился барьер. Барьер это? Уже ручной, который фиксировал скорость и показывал ее водителю. Ага. Можно это было показать. Примерно какой год? Это ближе к 80-м. Ближе к 80-м. Вот этот барьеры тоже. То есть электронная уже штука? Электронная штука. Я так навел. Получившая в народе название фен. Раз, ну да, он похож. И все, водитель остановил его, смотрит, пожалуйста, Иван Иванович. Что за штрафы, кстати, были за превышение скорости? Ой, штрафы были 10 рублей, там, 10. По-моему, это... Сейчас начинается все с 500 рублей. Сейчас все. Ну, да. В этом измерении я уже не ориентируюсь даже сейчас. Там были все 3 рубля. Были же штрафные талоны еще. Талоны штрафные, которые были всегда при себе. Можно было штрафовать на 50 копеек, на рубль, на 3 рубля. Ну, у нас, Мария, сейчас, насколько я знаю, превышение скорости – это самое распространенное все-таки, да? Нарушение водителями. Да, самое распространенное. Но я хочу сказать, что у нас на территории Кировской области работают 144 комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все они работают в том числе на установление скорости, на превышение водителями скорости. Вот. И в настоящее время ведутся переговоры, и до конца июля, наверное, будет установлено еще 16 комплексов на территории центре, Кировской области. Это все в Кировской регион, области, все, да. И у нас, значит, есть и стационарные комплексы, есть и мобильные, которые переставляются с места на место в зависимости от ситуации с аварийностью. Ну, понятно, что они работают у нас не только на скорости, ряд еще работает на выезд на полосу встречного движения, на проезд на красный сигнал светофора, стоп линию. Есть у нас паркон, который фиксирует нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Вот, ну, вот основные такие нарушения, которые могут привести к тяжелым автомобильным авариям. Ну, я знаю, что руководство страны там, да, разрабатываются новые ГОСТы, и со временем список нарушений, фиксирующихся как раз-таки в автоматическом режиме, он будет расширяться. Да, хотелось бы, чтобы и на пешеходов это тоже как-то распространялось, у пешеходных переходов. Ну, кстати, в Москве тут скандал разгорелся, да, что мы вот эту камеру установили, которая следит за, пропускает или не пропускает водителей пешеходов, что-то там сразу... Сказали, что она неправильно работает, ее потом отключили. Сейчас как там ситуация, не знаю. Не знаю пока тоже, но о том, чтобы фиксировать нарушения со стороны пешеходов, речь уже тоже идет. И идет уже даже в нашем регионе, поэтому посмотрим, как ситуация будет развиваться. Может быть, и на пешеходов тоже будут приходить штрафы какие-нибудь. А еще там пристегнут или не пристегнут в перспективе, чтобы камера выяснила. Ну, это в перспективе, да. Вот, а пока вот это грубые нарушения, которые являются у нас причинами дорожно-транспортных происшествий. Сейчас у нас основная причина – это выезд на полосу встречного движения. Водители, чаще всего нарушающие это правило, попадают в дорожно-транспортное происшествие, и тяжесть последствий этих ДТП очень велика. На втором месте у нас идет это скоростной режим, далее маневрирование, также точно, как говорил Михаил Иванович, наезды на пешеходов тоже в этом же ракурсе идут. Вот, но необходимо отметить, что все-таки, как и с пьяными водителями, год от года у нас количество ДТП все-таки снижается. Если сравнить, например, с десятилетней давности, то в 2006-2016 год, то количество автомобильных аварий, погибших и раненых в них людей сократилось в полтора раза. Михаил Иванович, есть желание тряхнуть стариной, выйти на улицу непосредственно? Я выхожу. Так он выходит. Выходите? У нас, конечно. Я выхожу с инспекторами, работаю, провожу также профилактическую работу. Не часто, конечно, но делаю. Выхожу на дорогу и с ребятишками.
смотрим, как, что, к чему. Проводим различные мероприятия. Вот на День Победы, допустим, вручаем георгиевские ленточки mm-hmm. водителям. Со мной рядом ребятишки. Mm-hmm. Все это мы делаем и сегодня. За советом обращаются? Не знаю, за рекомендацией какой-то? Сегодня дать совет. Современные сотрудники. Современному инспектору дать совет я могу только какой? Чтобы вел себя достойно, культурно и соблюдал законность. Mm-hmm. Потому что методы работы совсем другие. Это только кажется со стороны, что инспектор сделал отмашку, в этом заключается все, что он выявил, остановил, принял какие-то меры. Нет, сегодня немножко все другое. Поэтому советы я даю. Они редко, конечно, просят этого, но я иногда даю. То есть может стоить не так, может там обращаться не так. Вот на это обращаешь особое внимание. А так, в целом по транспорту, конечно, я за ними смотрю, выявляю. И говорю, и принимаются меры конкретно. Несколько секунд остается буквально. Можете поздравить коллег, воспользоваться возможностью. С профессиональным праздником. Днем ГИБДД. Я от всей души поздравляю в первую очередь, конечно, наших ветеранов всей области с Днем госавтоинспекции. Пожелать им крепкого здоровья на долгие годы. Чтобы все у них было хорошо, чтобы мирное небо было над головой, чтобы семьи приносили радость, чтобы наши ветераны жили долго. Ну а молодым сотрудникам, естественно, провести праздник и продолжать работу, работу ту, которой вы решили себя посвятить. Удачи вам во всех делах. Вас тоже с праздником, с наступающим. Спасибо. Да? Спасибо. Спасибо. На этом завершается наша историческая программа. Сделана в Вятке. Всего доброго. До свидания. Сделано в Вятке.